Когда мы начинали работу с кедром, то, собственно, был один сорт кедра – кедр. Теперь получается, что у нас пригодны для использования и доступны для желающих несколько групп сортов. Ну вот, показал я вам, значит, два. Вот это из другой группы сортов. Это кедр с обычной скоростью роста, ну, который отличается какими-то, значит, свойствами, вот, ну, особенно в части плодоношения. Вот, видите, он, будучи еще в возрасте 20 лет и, значит, высотой 2,5 метра, ну, дает отличные большие шишки в значительном количестве. Значит, это сорта с обычной скоростью роста, с ранним, обильным, ну, каким-то качественным плодоношением.